Рейдовая разгрузка продовольствия началась в селах Провиденского городского округа. На днях в морской порт зашел теплоход Владимир Мясников. Там он выгрузил часть контейнеров для села Сиреники, так как ледовая обстановка не дает подойти судну к населенному пункту. После этого теплоход взял курс на два других села муниципалитета, куда планируется доставить 7 контейнеров с продуктами питания. По телефону рассказывает глава администрации городского округа Провиденья Евгений Подлесный. Он разгрузился у нас, потом он ушел в Лаврентье, разгрузился там, потом пришел в НРКМ, там разгрузился, потом зашел к нам, снял контейнера в Середняковске, потому что невозможно было подойти из-за нерабочего берега. Забрал пустые и ушел. Продукты питания он везет, без стройматериала. То есть он везет продукты питания ООО «Берингов пролив». Он везет 3 контейнера, «Фомилен» 4 посадки. Середняковский груз он сбросил здесь, а пошел на «Ленинград» и «Фомилен». То есть там он планирует разгрузиться, а в Сиреники будем доставлять по воздуху. На Сиреники планировалось 2 контейнера. Собственно говоря, они остались в проведении, и их нужно будет доставлять, но не полностью по воздуху. То есть частично нужно самые необходимые продукты, которые сейчас закончились в Сирениках, отвезти в том объеме, которого будет достаточно до, собственно говоря, того момента, когда можно будет везти по земле.